Well, we were talking before the break about a variety of types of doubt and how to satisfy them. And before I go on to anything further, I want to just stop and ask if you have any questions or comments about the things that I was talking about. До перерыва мы с вами говорили о различных категориях сомнений и о том, как разрешать сомнения. Вот сейчас у вас есть возможность задать вопросы или высказать свои комментарии. Пожалуйста. Я думаю, что у христиан бывают сомнения. I think we Christians do have doubts. И часто встречающиеся сомнения, о которых мне приходилось говорить, спасен ли я? And quite often, one of the doubts that we're having, that I've had to deal with in other people, is whether I'm really saved. Это обоснованное сомнение, и какой лучший способ отвечать на такое сомнение? Is that a reasonable doubt, and what's the best way to respond? I think, first of all, it is a reasonable doubt. Во-первых, да, я думаю, это сомнение обоснованное. And it is a doubt that can be answered. На это сомнение можно ответить. And once it is answered, it probably is not reasonable to continue to doubt it. Но после того, как мы на это ответили, пожалуй, дальнейшие сомнения будут уже необоснованы. Although I do think that it's human nature to doubt things of that sort. Хотя, вообще говоря, всякому человеку свойственно вот в таком сомневаться. Now let me explain what I mean when I say that this is a doubt that can be satisfied. Я объясню свои слова о том, что на это сомнение можно ответить, его можно разрешить. The most fundamental thing that we should do in the face of such doubt is to look at the scriptures that talk about our salvation. Главный подход к разрешению подобных сомнений заключается в том, чтобы обратиться к Священному Писанию, к стихам, говорящим о нашем спасении. There are many of them that say that once we are saved, no one can take us out of the Father's hand. В Священном Писании немало мест, свидетельствующих о том, что нас, после того, как мы спасены, никто и ничто не может похитить из руки Отца. Paul says to the Philippian church in chapter 1, в послании филиппийцам, первая глава, апостол Павел говорит, that he is confident of this very thing, that the one who has begun a good work in you will complete it to the day of Christ. Что он совершенно убежден в том, что начавший в вас доброе дело совершит его до дня Господа нашего Иисуса Христа. Paul does not say that he might complete it until the day of Christ. Павел не говорит, что, ну, может быть, Иисус совершит это дело, а может и нет. He does not say that the one who began a good work in you will complete it to the day of Christ unless you mess it up. Или он не говорит, что начавший вас доброе дело совершит его обязательно, если вы ему не помешаете. Clearly, it doesn't depend on us, it depends on God. Значит, решение этого вопроса зависит не от нас, а от Бога. The apostle Paul also speaks about what God has done in order to bring about our salvation. И еще апостол Павел говорит о Божьих делах, необходимых для того, чтобы совершить наше спасение. Бог уже сделал эти, совершил эти дела. And I'm thinking in particular about Romans chapter 8. Такие, например, фрагменты приходят на память, как послание к римлянам, 8 глава. Verses 28 through 30 in particular. Римлянам 8 глава, особенно стихи с 28 по 30. Paul says, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Павел говорит, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Verses 29 and 30 explain why it is that Paul knows this. 29 и 30 стихи объясняют основание, на котором Павел все это говорит. He explains that those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his Son. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. That he might be the firstborn among many brothers. Дабы он был первородным между многими братьями. And then Paul goes on to say, those he predestined, he also called. И затем Павел продолжает.
А кого он предопределил, тех и призвал. Those he called, he also justified. А кого призвал, тех и оправдал. Now watch the rest of this. А теперь смотрите дальше. Those he justified, he also glorified. А кого оправдал, тех и прославил. You mean, Paul, during the sanctification process, I couldn't mess it up? То есть как? Я уже ничего не могу испортить? То есть процесс освящения, который идет, он уже от меня не зависит, я не могу его попортить? No, нет, не можешь. If you are among those whom God foreknew and predestined, если ты один из тех, кого предузнал и предопределил Бог, then you are also among those he called and he justified. То тебя он также призвал и оправдал. And if he has justified you, saved you in the first place, а если он тебя оправдал, если он тебя спас, he will bring you through to the completion of your salvation, which is glorification. То свое дело, твое спасение он доведет до конца. Это и есть прославление. Because of these great truths, Paul then says, what then shall we say in response to this? Основываясь на этих великих истинах, Павел продолжает. Что же сказать на это? If God is for us, who can be against us? Если Бог за нас, кто против нас? I'm sure this is a familiar verse to you. Все вы этот стих, конечно, знаете. But think about the implications of what Paul is saying. Но что же он значит? His question, if God is for us, who can be against us, expects that the answer will be no one. На вопрос, если Бог за нас, кто против нас, ожидается один ответ. Никто. Including ourselves. Никто, значит, и мы тоже не можем оказаться против себя. Now, there is always room to wonder if you were really saved in the first place. Ну, всегда остается почва для сомнения о том, были ли мы спасены изначально. And if you have doubts about that, then the right thing to do is to confess your sin and ask Christ to be your personal savior. Если вы вообще не уверены в том, что вы спасены, то самое время исповедоваться в грехах и признать Иисуса Христа своим личным спасителем. But once you've done that, there is nothing to doubt. Но после этого сомневаться уже не в чем. About whether you will lose your salvation. Нечего думать, потеряю я потом спасение или нет. There are many other passages that teach that the believer's salvation is secure. В Священном Писании много других также других мест, которые также говорят о нашей уверенности в спасении. Those are just a sample of them. И что наше спасение непоколебимо. Мы назвали лишь несколько. Once we become aware of these verses and understand what they mean, узнав эти стихи, поняв их смысл, if we have genuinely accepted Christ in the first place, при условии, что мы действительно по-настоящему покаялись и уверовали во Христа, then these verses should reassure us that we are saved and that we're not going to lose our salvation. Мы обретаем на основании этих стихов полную уверенность и в том, что мы спасены, и что спасение мы не потеряем. But the kind of doubt you're talking about may even go much deeper. Однако сомнения, о которых вы спрашиваете, могут оказаться куда глубже. Someone may say, I know all of these scriptures. Человек может сказать, знаю я все эти места. And I know the assurance that it gives. Знаю я о той уверенности, которую должен бы из них получить. But my doubt is much more fundamental. Но я-то сомневаюсь в чем-то гораздо более основополагающем. Why should I believe that what Scripture is telling me is true? Я сомневаюсь в том, что вообще могу в чем-то доверять Писанию. Well, then you may need to look at the passages we did the first week. Ну, тогда вам нужно обратиться к местам, которые мы видели на первой неделе. And the arguments for the inspiration and inerrancy of Scripture we talked about. И разобраться с аргументами в пользу безошибочности и богодухновенности Священного Писания. But even beyond that, you may still say, yes, I'm aware of those passages too. Но кто-то скажет, это я тоже знаю. But why should I believe the Bible when it talks about anything? Но на каком основании я вообще могу доверять Библии, даже когда она говорит о самой себе? Including when it talks about itself. И уж тем более, когда она говорит о себе. Well, that is indeed a legitimate question. Это вполне обоснованное возражение.
And that's where the discussion turns from theology to apologetics. Но в этот момент разговор из области богословия переходит в область апологетики. And there is a case to be made for the reliability of Scripture. И нам есть что сказать в обосновании авторитетности и достоверности Священного Писания. And you don't make that case just by citing Scripture verses that say it tells the truth. И, естественно, это рассуждение выходит за рамки того, что просто сама Библия говорит о своей достоверности. Before we're done today, I hope to be able to share some of what that case is. И до конца нашей сегодняшней встречи я надеюсь об этом тоже поговорить и показать вам основания для нашей убежденности в авторитете и в достоверности Писания. Now, having said all of these things, I think there is an even more fundamental level of doubt that we might have. И это все, конечно, хорошо, но надо признать, что сомнения наши могут быть еще на более фундаментальном уровне. Someone might say, "Yes, I know what the Bible says about itself." Собеседник говорит: "Да, я знаю, что свидетельствует о себе Священное Писание." And I know what the Bible says about salvation. Я знаю, что в Библии говорится о спасении. And yeah, I've studied a little bit of apologetics, so I know how to defend its reliability. Занимался я апологетикой и сам могу обосновать достоверность Священного Писания. Defend the reliability on grounds beyond Scripture. Обосновать ее, основываясь не только на самом Писании. And I basically understand Christianity, and I realize that it logically fits together. There are no internal contradictions. Так что в христианстве я разбираюсь, я понимаю его логическую последовательность и внутреннюю непротиворечивость. But still, sometimes I just wonder, maybe the whole thing is wrong. И все же я иногда думаю, а может быть все не так? Maybe the Christian worldview isn't right after all. Может быть все не так в христианском мировоззрении, например. I think that that is a legitimate doubt. И вот это возражение, нет, ребята, все не так, оно тоже вполне обосновано. And I think the way to answer it is, again, within the domain of apologetics. И на него тоже можно и нужно отвечать, и ответ будет находиться в области апологетики. We can throw out the Christian worldview. Можно отказаться от христианского мировоззрения. But what are we going to put in this place? Ну хорошо, отказались, а заменять его чем будем? Well, you may think I can put in a naturalistic worldview that leaves out God. Ну, например, попробуем заменить его естественно-научным мировоззрением, в котором нет места для Бога. And I can use that naturalistic worldview to explain everything around me. И на основании естественно-научного мировоззрения я буду объяснять окружающие явления. Well, indeed, you can make that kind of decision. Ну, да, почему бы и нет? But what you must realize is that you've got to explain why that other worldview is better than the one you've gotten rid of. Только в таком случае нам нужно объяснить, чем естественно-научное мировоззрение лучше той системы, от которой мы только что отказались. It's not as though Christianity is the only worldview that's open to attack. Ведь нападать можно не только на христианское мировоззрение. A Muslim worldview, a Buddhist worldview, a Hindu worldview, all of these are equally open to attack, and they need to explain why they're better than a Christian worldview. Спорить можно и с мусульманским мировоззрением, и с буддийским, и с индуистским мировоззрением. И каждому из них нужно заниматься своей апологетикой. Каждому из них нужно защищаться и объяснять, почему оно лучше других. And an atheistic worldview can also be held, but it needs to make the case as to why anybody should believe it. Можно, конечно, принять атеистическое мировоззрение, но и в таком случае придется объяснять, почему это мировоззрение лучше других. Having worked in apologetics as well as theology for many years, я много лет занимался не только богословием, но и апологетикой. I'm aware of a lot of the arguments and evidences for the Christian worldview. И отлично знаю аргументы в пользу христианского мировоззрения.
And of other worldviews. Но также и в пользу других мировоззрений. That wasn't the topic of this course. Наш курс, конечно, не об этом. But if it were, I could lay out the arguments for and against the different worldviews. Иначе бы я с удовольствием предложил вам аргументы в пользу и против каждого из этих мировоззрений. What I can tell you is that it is easier to make the case, and there's a better case to be made for Christianity than for any other worldview. Однако могу сказать вам следующее. Христианское мировоззрение обосновать гораздо легче, гораздо проще, чем любое другое. That's not to say that when the case for Christianity is completed, that there's no room to doubt any of the items in it. Это не значит, конечно, что в обосновании христианства не к чему прицепиться. But what we're talking about ultimately is a probability judgment. Усомниться можно всегда, но всегда нужно задаваться вопросом, а что наиболее возможно? What worldview and what specific views within that worldview are most likely to be true? Какое мировоззрение и какие мировоззрения или какие взгляды внутри этого мировоззрения наиболее вероятны? I would not say that an atheistic or an Islamic or Buddhist or Hindu worldview have nothing going for them. Не могу назвать мусульманское, индуистское или даже атеистическое мировоззрение совершенно необоснованными. But I would say that none of them are as likely to be true, as probable, as Christianity. И все же христианское мировоззрение куда более вероятно, куда более обоснованно, чем любое другое. But there's one further thing I probably should say about all of this. Но и это еще не все. Though I think the case for Christianity is a very, very strong one. Я отлично понимаю, что обоснование у христианства очень точное, очень четкое, убедительное. And though I think we can confirm the truth of Christianity with high objective certainty. И я понимаю, что истинность христианства можно показать с высокой степенью уверенности. I have to say that the case for Christianity is not so airtight, so perfect, that there's not room for faith. И все же я должен признать, что аргументация в пользу христианства, рациональное оправдание, рациональное обоснование христианства не стопроцентно. Все равно остается место для веры. Even though it all fits together without contradicting itself. Да, в нем нет внутренних противоречий. And there are lots of evidences for a lot of the beliefs of Christianity. Да, у нас много аргументов, позволяющих нам обосновать основные идеи христианства. There's still room for faith. И все же остается место для веры. But don't think that any other worldview has been confirmed to the degree that they don't have to exercise faith in believing their worldview. Но понимаете, что в других мировоззрениях тоже нужна вера. Нет ни одного мировоззрения, которое подтверждалось бы разумными фактами на все 100%. Does that answer the question? Я ответил на ваш вопрос. Good. Good question. Хороший вопрос, спасибо. Any others? Еще есть вопросы? Просто продолжение этого вопроса. Just to develop a previous question. Sure. Очень часто люди, сомнения возникают не в Библии, не в Господе, там, а на основании собственной жизни у людей на определенных этапах. Там, согрешает, там еще что-то. У него начинает возникать сомнение, спасен ли я или не потерял ли я спасение. Сомнение в себе. Да. Ну, как бы. То есть, а истинное ли было покаяние? Там, а, Well, I think that the first thing I would say is that if one sees oneself continually sinning. Во-первых, если вы приходите к мысли о том, что вот вы все время грешите,
I think you have to evaluate what exactly this means. То нужно себе задать вопрос, почему? Maybe this is a temptation that is not hard to fight, but you're not fighting very hard. Может быть, вы в принципе могли бы сопротивляться этому искушению и победить его, но не прилагаете к этому усилий. You repent and you repent, but you continue to do the same thing. Вы грешите, каетесь, грешите, опять каетесь. At that point, I think one would likely begin to wonder if their repentance in the first place and then later on was actually genuine. И тогда действительно возникает вопрос, а было ли настоящим покаяние? And I think that at those points we need to ask God to help us be honest about what our thinking is about this sin. В этом случае нужно просить Бога, чтобы помог нам честно посмотреть на вещи. So continuing to sin when the sin involves a temptation that's not that hard to resist is suggestive that something is wrong, and it might suggest that we really aren't genuinely saved. Если к нам приходит искушение, мы продолжаем пребывать в грехе, хотя в принципе это искушение не так сложно победить, но мы не хотим его побеждать. Тогда вопрос, действительно ли мы спасены? On the other hand, there are some sins that involve addictions or things of that sort that are much harder to escape. С другой стороны, есть такие грехи, как, например, зависимости, от которых не так легко избежать, избавиться. The scripture tells us that it is a sin to be drunk. Например, Священное Писание называет пьянство грехом. Someone who is an alcoholic can genuinely turn to Christ. Конечно, пьяница может покаяться, и это покаяние будет искренним. And they can still have a hard time breaking their dependency on alcohol. Но все равно его зависимость от алкоголя остается. Homosexuality and lesbianism are sins. Еще гомосексуализм или лесбиянство – все это грехи. People who are of this sexual orientation and engage in such behavior can turn to Christ as personal savior. Люди такой ориентации, люди, занимающиеся такими делами, могут покаяться. They can genuinely accept Christ as their personal savior. Покаяние их будет искренним и истинным. But they may find it very, very hard to leave this form of sin. Только потом оказывается, что очень трудно от греха избавиться. Some sins are more enslaving than others. Потому что грех, такой грех буквально себя покоряет, подчиняет себе, порабощает. I think each of us needs to analyze the nature of the sins that we're having the most trouble with. Нам нужно задуматься, что же это за грехи, с которыми нам сложнее всего. If they involve things that should be fairly easy for us to give up, but we don't. Если смысл, если от этих грехов легко избавиться, мы не избавляемся. Then maybe that should be a warning to us that we need to do serious business with God. То, возможно, нам есть смысл серьезно разобраться в своих отношениях с Богом. But if we genuinely accept Christ and yet have engaged in really enslaving sins for a long time. Однако, если мы долгое время были порабощены греху, но при этом покаялись, уверовали, it could take a long while for us to completely escape that form of sin. Освобождение от греха может занять много времени. And the fact that it takes a long time is not necessarily a sign that we aren't really saved. И то, что это требует много времени, не указывает, совершенно не обязательно указывает на то, что мы не спасены. As I say, reflect on the nature of the sin that one deals with and decide what the fact that we haven't left it means about our relation to God. Так что разберитесь с природой греха, который вас преследует, и задумайтесь о том, что, на что указывает этот грех, о чем свидетельствует ваш грех, этот грех в ваших отношениях с Богом. Is that helpful? Понравилась лекция? Вдохновились услышанным?
Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ответил? Any other questions? Еще вопросы, пожалуйста. Может быть, недолгий такой вопрос. Боюсь, что слишком открытые конец, это много отвечать, но все же. Maybe I'm going to ask you an open-ended question. В вашей большой практике практического пасторского служения и вас нередко приглашали в разные церкви, с какими сомнениями чаще всего люди к вам обращались? You've had a lot of pastoral experience and you're being invited to churches all the time. What are the most frequent doubts that people come to you with? What are the most frequent doubts people experience? Well, my experience is usually as a guest preacher. Ну, на самом деле, обычно меня приглашают в качестве проповедника гостя. Or I come in some cases as an interim pastor, preacher. Ну или иногда приглашают в качестве пастора или проповедника временного исполняющего обязанности. And most of my responsibilities involve preaching rather than counseling and the like. И обычно я занимаюсь проповедью, а не душепопечительством. So I don't in these churches have occasions where people ask me a lot of these questions. Поэтому на самом деле в церквях меня редко об этом спрашивают. But sometimes they do. Но иногда все же спрашивают. And sometimes I get letters or emails totally unexpected. А еще совершенно неожиданно пишут письма или электронную почту присылают. Asking me questions because of things that I've written that they've read. И задают вопросы. Например, человек прочитал мою книгу или статью, и у него возник вопрос. The most frequent questions that I get asked about чаще всего relate to the problem of evil. Меня спрашивают о проблеме зла. And not so much at the abstract level of the theology and philosophy of it. И не на уровне абстракции, не на уровне богословского или философского содержания проблемы зла. But rather at the personal level of having to confront evil and suffering and affliction and what you do with that. А на личном уровне мне плохо, я страдаю, что делать? I get asked an awful lot about that because I have experienced an awful lot of it myself. И спрашивают меня часто об этом, потому что я через многое сам прошел. And I've written extensively about what has happened to my family and what the Lord has taught me through that. И неоднократно и подробно писал о том, что произошло с моей семьей и чему научил меня Бог. And so it's not unlikely that people will ask me something about those issues. Именно поэтому меня об этом спрашивают. When they or some friend of theirs is experiencing tragedy. Причем спрашивают, когда у самого человека или у его близкого знакомого, близкого друга в жизни трагедия. I suppose another area that does come up at times. Еще один вопрос, который часто возникает, is the question of divorce and remarriage. Это вопрос развода и повторного брака. And here, more often than not, the question comes from someone who has been divorced and would like to get remarried, but doesn't know whether Scripture will allow them to do that. И чаще всего эти вопросы задают люди разведенные и размышляющие о втором браке, но не уверенные, можно ли это делать с точки зрения Писания. This is something that I have thought an awful lot about. Я тоже очень много размышлял на эту тему. Have preached about a lot. И размышлял, и проповедовал. Taught a lot about it in the Christian ethics course. Кроме того, это важная часть моего курса по христианской этике. And have written about it extensively as well. Об этом я также и писал. And so sometimes people will come and ask a question, what do I think? Потому люди просят меня высказать свое мнение. What is oftentimes very, very sad is to hear the stories that these people tell. И знаете что, печальнее всего слушать рассказы этих людей о своей жизни. More often than not, the person was raised in a religious tradition that said there is no ground for divorce ever, regardless of what the circumstances are.
Чаще всего с этими вопросами приходят люди, которых с детства учили, что развод невозможен никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. But they have been divorced. Их-то этому учили, но потом человек развелся. And regardless of the circumstances, they think that their divorce means they've committed a horrible sin. И теперь человек, пройдя через развод, убежден, что он совершил ужасный грех. Thinking that they've already committed a sin and God is angry with them. Он считает, что согрешил, что Бог уже что Бог уже им недоволен. He won't likely be any more angry if they go ahead and remarry. И что же теперь делать, если Бог на меня уже сердится, а потом я женюсь или выйду замуж вторично? Even if they think they don't have a right, biblically speaking, to remarry. Выходить замуж или жениться второй раз или нет. Но даже если Библия говорит, если я считаю, что Библия говорит нет, но Бог на меня все равно уже сердится. Or if they are thinking of marrying someone who is not a Christian, they may go ahead and do so anyone, marry that person anyway, figuring that God is already angry at them, so, you know, what difference does it make if they do something else that's wrong? Или человек решает, что его новым супругом или новой супругой будет неверующий, не христианин, и говорит, ладно, все равно Бог на меня уже сердится, ну, одним больше, одним меньше, неважно, женюсь. When I pastored, I had two cases of women who came to me who had been divorced and remarried. За время моего пасторского служения ко мне дважды обращались женщины, которые были в разводе и вступили в второй брак. Both of them were convinced that they had committed a sin by divorcing. Они обе были убеждены, что развод с их стороны означал грех. They knew that God doesn't want a believer to marry a non-believer. И они знали, что брак между верующим и неверующим противоречит Божьей воле. But they figured they'd already committed one sin and God was angry at them anyway, so another sin, it doesn't matter. Но они рассуждали так. Я развелась, я уже согрешила. Ну, второй брак, вступили с неверующим, ну, ничего страшного. Одним грехом больше, одним меньше. Все равно я уже согрешила. Что ж мне теперь ловить? When I listened to the story about the circumstances of the divorce, но услышав об обстоятельствах этого развода, it became clear to me very quickly that these dear ladies were misinformed. Я понял, что этих сестер неправильно научили. They had biblical grounds for that divorce. У них были все библейские основания для развода. But they had been taught that there are no grounds for divorce. При том, что им внушали, будто таких оснований в принципе не бывает. So they assumed that they'd committed a sin and they went ahead and did other things that they knew were not right. А у них получилось так, что свой развод они считали грехом, а они решили, что совершили грех, ну и потом один грех открывает путь для других. In one case, the lady married a very nice fellow. В одном случае сестра вышла замуж за очень очень хорошего человека. He would usually come to church. Он даже в церковь приходил. But he had been raised a Roman Catholic and he was convinced that he was already saved. Но вырос он в католической семье, и он был убежден, что он уже спасен, просто потому что родился в семье католиков. And he didn't really understand it when we talked about what it means to be saved. Мы пытались с ним говорить о том, что значит спасение, но он так и не понял. The other lady was not such a happy story. У другой сестры все сложилось куда печальнее. Her second husband was a rather cruel and difficult man. Потому что второй муж ее оказался человеком жестоким. He wouldn't let her go to church. В церковь не пускал. And I think that to a certain extent he terrorized her and her kids. И наводил ужасы на нее и на детей. I never met him. Я его никогда в жизни не видел. And never talked with him. Не разговаривал с ним. But again,
I was saddened because she felt God was angry at her for the divorce, and so it was okay to marry a non-believer. Но самое печальное было, что эта женщина решила, что Бог на нее и так уже разгневался за развод. Ну и, соответственно, что же теперь ловить, хоть за неверующего, но замуж выйду, все равно, ну куда же уже больше гневаться. But when I heard the story of the divorce from the first husband, it was clear to me that God was not angry at her for that. Но когда я услышал о ее первом разводе, было понятно, что Бог на нее совершенно за это не гневается. She had biblical grounds for the divorce. У нее были библейские основания для развода. And biblical grounds for the marriage. Remarriage. И библейские основания для второго брака. But believing that she had sinned by divorcing under any circumstances, she then made further choices that really endangered her and ruined her life. Она же была убеждена в том, что первый развод стал для нее грехом, и продолжала грешить, ставя при этом себя в очень опасное положение. So there's an example of a theological, biblical, ethical mistake that winds up resulting in some terrible decisions and some terrible results. Вот пример богословской, философской, библейской, практической ошибки, которая приводит к результатам весьма плачевным. Конечно, есть и другие темы, но вы попросили самое главное. Вот я об этом и говорил. Any other questions or comments that you'd Еще like? Вопросы, замечания, пожалуйста. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.